Девчонки, всем привет! Бегу на почту, накуталась как луня, ну потому что у нас жуткий холод в Саратове. Вообще ночью минус был, кошмар, конечно. Вот. Бегу на почту, что-то мне там пришло на почте такое интересное. Сейчас приду домой, покажу, девчонки. Приду, покажу домой. Вот. Может быть, еще очучки даже одену. Вообще солнышко, но холодно. Холодно, жутко. Вот. Сегодня я одела штанишки кожаные. Вот так вот. И курточка у меня кожаная. Ну и моя вот такая вот штучка накинула я все-таки. Ну, вообще-то, что-то там не очень уж прям и холодно, конечно, но все равно. Я такая мерзлячка, так что мне сразу нос синеет. Все синеет. Вот. Ну, что новенького, девчонки, расскажу, что новенького. Все по-старенькому у нас вроде. Вот сейчас там подойду, покажу вам площадь нашу в Саратове, где там, ну, такая площадь, это Ленинского района, я имею в виду, дворец Текстекла. Кто в Саратове живет, те знают, девчонки. Вот. Ой, сейчас дырку вам покажу, свою нелюбимую эту дырку, которая это вообще безобразие уже, эта дырка прям замучила меня. Вот, около мусорки. Сок уже эта дырка. Вот это вот кошмар. Дурацкая. Вон она, эта дырка. Девчонки, вот, давайте покажу. Вот. Вообще дети ходят. Уже 4 года эта дырка. Вот здесь вот я ездию. Представляете? Нет, никто не закрывает, ни люк, ничего. И зимой. И дети проваливались. Вообще кошмар. Никому ничего не надо. Никому. Конечно, у нас дороги в Саратове просто отвратительные. Это вообще... Вон, смотрите, какие лужи. Вообще безобразие. Ничего не делают, конечно. Хамство неимоверное. Так. Что еще? Ну, что еще новенького? Сейчас расскажу, девчонки. Короче, перейду. А то их задавят, наверное. Нет. Вот, девчонки, вот смотрите, как у нас тут стоял красивый. У нас здесь завод хрустальный в Саратове есть. Если вы знаете, не знаете, это вот дворец Текстекла. Творчество у нас. Вот здесь ремонтируют что-то у нас. Фонтанчики. Вот здесь вот у нас ребятишки играют. Это площадь такая у нас здесь в Саратове. А дворец стал у нас творчество имени Руслановой. Сейчас вам тоже покажу, девчонки, памятник. Ну, вот так вот у нас, давайте покажу. Вот еще что-то строят. Площадку какую-то. Вот видите, песок привезли, забор, что-то там. А, бассейн, бассейн, господи. Наверное, фонтан реставрируют. Вот здесь фонтанчики такие вот у нас. Вот там площадочка. У нас. Идемте, я вам покажу памятник. Раз такое дело, все еще у нас, видите, еще листочков нет. Там уже действительно холодно, реально холодно, девчонки. Холодно. Ну, что ж там вот делают? Бассейн опять, да, фонтан там делают, реставрируют. Вот памятник Руслановой, девочки. У нас, давайте я покажу. Вот. Лидия Русланова. Видите, у нас вот такой у нас здесь центр народного творчества. Ну, хороший. Здесь у нас и театр народный. Вот, видите? Вот. Вот у нас стелла какая. Вот. Ну, красиво, конечно. Молодцы, стараются. Но дороги сегодня, как говорю, сделать не могут. Вот у нас тут, смотрите, и театр. Вон, русской комедии. Вот.
откроет у нас Творец. Ну, видишь, женщина читает. Идет, наверное. Площадочка детская вот здесь вот. Ну, что так хорошо, конечно. Ну, давайте, бегу. На ну, вот, девочки, что мне пришло? Я заказывала. Вы меня узнаете? Я заказала вот такой, девчонки, паричок. Ну, сразу хочу сказать, для чего я заказала. Ну, во-первых, мне было интересно под корой, как это все будет у меня. Вот в жилетке даже ходила. Видите, даже толком не разделась. Холодно у нас, конечно, в Саратове прям холодно. Ну, ничего так, да? Можно. Вот так вот, ну, иногда и за руль, и когда холодно выйти на улицу, просто одел не шапку, а паричок вот так вот, да? Хорошо, мне кажется. Ничего. Маме не понравилось, мама сразу отмела, говорит, ой, нет, это не твое, вообще тебе нехорошо. Ну, не знаю, вот так, девочки, вот. Угу. Давайте сзади покажу. Вот так вот сзади парик этот. Так, цена, сейчас скажу сразу. По-моему, что-то такое 1000 с чем-то, девчонки. 1000 с чем-то парик стоит. Ну, врать не буду. Если интересно, ссылочку, конечно, постараюсь внизу оставить. Покупала на Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе. Так, а где... А, вот... Вот какая-то вот, это вот что-то вот у меня. Вот, может быть, так и стоит, или это номер 1058. Вот, вот, пожалуйста. Вот. Не знаю. Вот, вот такая вот их фирма. Речка этого. Ну, что хорошо, мне понравилось то, что я специально подбирала. Вот видите, у меня все челка моя выглядывает. И вот так вот сделать можно, и как прям вот как будто это мои волосы. Я, конечно, челочку немножко так вот бритвочкой профилировала. Даже могу сейчас вот еще немножко чуть-чуть. Вот так вот чуть-чуть бритвочкой, чтобы она потоньше, как бы естественнее лежала. Лицо у меня круглое. Вот, вот эти щечки закрывают так вроде. Брыльки, девчонки, наши прикроют. Поднакрасимся, эти дела. Оля оценила, говорит, Оль, говорит, хорошо. Наташа говорит, хорошо. Говорит, отлично. Ну, посмотрим, ладно. Ну, вот. Так что вот, девочки, что я себе сказала. Какую игрушку? Какую игрушку? Все сказала. Нет, ну я вообще считаю, что у женщины должны быть парики. Я почему-то так считаю. Девчонки со мной согласны, нет? Вот так вот можно немножко попышнее сделать это все, конечно, дело. Я считаю, женщина должна меняться. И брюнетка, и блондинка. И такая пошла, и такая пошла. Ничего такого. Я покупала себе, знаете, какой под каре, ну, прям вот черный-черный такой у меня цвет был черный. У меня даже старший сын лет. Ой, я тебя даже не узнал. Ну, вот. Ну, там, да, там прям кардинально я менялась, абсолютно была другая. Ну, а это вот посветлее такой взяла. Недалеко от меня, так скажем, цвет ушел. Вот такая я теперь. Будете меня иногда и такой, девчонки, видеть. А что, вот сейчас вот лето. Ну, не летом, конечно, в нем жарко. А вот так вот холодно будет там и на даче. И что-то одел какой-то там. И все, и хорошо. Вроде не шапка, не платок, а все-таки голове так тепло. Вот. Вот так. Как-то так. Вот так, девочки, можно. Вот. Так даже естественно как-то выглядит, да? И чуть повыше, мне кажется, даже вот так хорошо. Вообще хорошо. Ну вот, как-то так. Можно ходить, действительно. Ну, я на даче, девчонки, на даче. Прям вот у меня... А то там...
Как это? Вот. Более-менее. Да и здесь вот сейчас вот холодно. Магазин вполне можно. Смотри, как хорошо. Прям красота. Даже, мне кажется, никто не догадается, что это парик. Вот. Пойду маме покажу, что она скажет об таком варианте. И вы, девчонки, мне напишите. Только сильно меня не расстраивайте. Да ну нет, я не расстраиваюсь. Я тут черный у меня был. У меня клиентка пришла. Ой, Наташ, продай, не могу, хожу, как это. Я продала. Говорю, ну на, Господи, забирай. Ну вот так вот, девчонки.